А еще забыла дополнить, какие новшества у нас появились. Мы также начали приучаться помогать по хозяйству маме, то есть мне. Я его учила подметать. Он немножко сопротивлялся, но ничего, подметал. Когда писил на горшочек, немного проливал, мы брали тряпочку, вытирали. Потом резали картошку, складывали ее в воду, варили толченку. Затем вытирали мебель, складывал игрушки, не хотел, но мы складывали через не хочу, потом понравилось. Потом помогал мне складывать белье после стирки. В шкаф прям туда на полочке ложил, ну как мог, так мог, ничего страшного, и закрывал шкаф. Также научился застегивать замок на кофте, снимать туфельки, одевать, застегивать туфельки, снимать с моей помощью немножко, я ему помогала, футболку. Также он уже учится одевать штаны, штанишки, то есть поддерживают, я ему тоже помогаю. Вот это все наши новшества. Главное новшество сказала в первом видео, а это думала, что не главное, а сейчас вспомнила, это же тоже главное. Вот. Поэтому вот такие у нас еще успехи есть. И больше он улыбается, целуется. Ну, конечно, без капризов, как любой ребенок, не бывает. Вот. Но это очень приветливый, улыбчивый, жизнерадостный ребенок. До встречи!